Всем привет! У нас снова новое поступление электроники по очень доступным ценам. В конце видео будет полезная информация. Первыми о ней узнают подписчики Telegram. Поэтому все, кто не подписан на наш Telegram, ссылочка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Мы получили вот такие вот светодиодные лампы 6 в одном. Здесь можно слушать музыку через Bluetooth, также беспроводная зарядочка. Цвет может менять, часы, будильник и радио. Отличный подарок как на день рождения, так и на Новый год. Получили беспроводные наушники iPods Pro 2 премиум класса, чип Airoha, копия 1 в 1. Комплекты на 67 Вт. В комплекте идет, я вам открыла, показать сам блок, новый запечатанный, разъем USB и Type-C, то есть двумя разъемами идет блок. В комплекте идет провод. Провод идет с разъемами Type-C на Type-C. Комплект на 120 Вт также получили. Здесь уже идет блок с одним разъемом USB. Также идет в комплекте провод. Провод идет с разъемом USB на Type-C. Получили также беспроводные наушники iDots Pro Redmi. Здесь уже качество идет получше. Как вы видите, на кейсе уже идет сам дисплей, то есть да, процент зарядки кейса можете видеть. В комплекте именно с этими наушниками идет провод для зарядки USB на Type-C. И на самих наушниках будет сенсор. Обязательно сделаем видеообзор. Также получили наушники проводные, ну как iPods 3, да, видите, только это проводные и разъем Lightning. Вот такие вот зарядочки в виде таблетки получили. Эконом-вариант наушники проводные, расцветочка, как вы видите, разная. И беспроводные наушники iPods 3. А также получили красивые яркие чехлы на беспроводные наушники iPods Pro 2, Pro и iPods 3. Также, как я и говорила, что в конце видео будет полезная информация. Это у нас завтра новое поступление теплых зимних вещей. Поэтому все, кто не подписан на наш телеграм-канал, подписывайтесь. Ссылочку я оставлю в описании под видео, а также в закрепленном комментарии.